Транспортер за время 1 минуту поднимает груз массой 300 кг на высоту 8 метров. КПД транспортера 60%. Определите силу тока в электродвигателе транспортера, если напряжение сети 380 вольт. Считайте, что G равняется 10 ньютон на килограмм. Для начала запишем дано. Время T равняется 1 минута. Сразу переведем в систему C. Это 60 секунд. Масса груза M 300 кг. Высота H равняется 8 метров. КПД двигателя равняется 60%. Напряжение U равняется 380 вольт. G равняется 10 ньютон на килограмм. Найти силу тока I. I неизвестно. Напишем формулу КПД. КПД равняется А полезное на А затраченное. И все это умножено на 100%. Эту формулу нужно знать. А полезное – это работа, которая совершается при поднятии груза. То есть сила F умножена на перемещение. Перемещение в данном случае H. Сила – это преодоление сил тяжести. То есть mg умножить на H. А затраченное – это работа двигателя. И будет вычисляться по формуле I U умножить на T. Подставим нашу А полезную и А затраченную в формулу КПД. Тогда КПД равняется mgh, деленное на I U T и умножено на 100%. Выразим отсюда силу тока I. Сила тока I будет равняться mgh, деленное на КПД U T. И все это умножено на 100%. Подставим сюда наше значение и найдем результат. В результате получается 1,75 ампер. Запишем ответ. Сила тока I равняется 1,75 ампер. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.